Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. Кто следит за моим творчеством, тот, наверное, знает, что сейчас у нас идет благоустройство двора. Украшаем территорию, делаем пруд, делаем водопад. И вот я решила сделать лягушек. Я еще не знаю, что из этой затеи получится. Буду использовать использованные пакеты. Можно, конечно, взять и новые. Формирую вначале туловище лягушки. Как бы тело разделила на две части, грудь и животик. Я действительно лягушек ни разу не делала, поэтому вы можете учиться на моих ошибках, если они у меня будут. Для ног делаю отверстие и вставлю проволоку, для того, чтобы хорошо держалась вся конструкция. Формирую голову. Здесь вовнутрь я вложила пергаментную бумагу. В принципе, можно использовать любой мусор. Формируем лапки. Здесь я уже буду смотреть не на картинку, а на вот эту лапку, чтобы они у меня были одинаковыми. Точно так же делаю лапки здесь, только поменьше. Ножкам можно будет придать форму потом, какую мы хотим. Думаю, что лягушка у меня будет лежать. Такая мечтательница будет. Такая вот будет лягушка загорательная. Примеряю тут уже разные варианты. Форму лапкам лучше придать сразу, потому что потом они уже будут не гнущиеся. И еще я хотела полубусинки приклеить вот на место глаз. Так, друзья, у меня масса и шпаклевки, можете применить любую, но для уличных работ очень хороший вариант. Потом покажу птичек, которые вот перезимовали у меня. Подклеивать я буду элементы на клей ПВА. Здесь я заглаживаю водичкой. Пусть будет небольшой рельеф. Буду использовать крахмал, чтобы не прилипало ничего здесь.
Видите, насколько фигурка увеличивается. Масло у меня не тонким слоем. Теперь я перехожу к лапкам. Наверное, начну с верхних конечностей, чтобы конкретно их хорошо закрепить. Хорошо нужно соединить. Можно даже и сзади это сделать. Что у нас сзади? Сзади бы тоже желательно это все соединить. Все, занимаюсь я последней ножкой. У меня как раз кусочек массы остался, он скоро застынет. Обязательно вот это место я сейчас подклею. То есть, чем больше будет мест зафиксировано, тем надежнее. Это сейчас мы все закроем. Сделаю соединение побольше. Смотрим, видите, что сзади сразу прям идеально не получится. Приходится фигурку туда-сюда крутить, вертеть. Вот, видите, можно вот так что-то здесь по бокам подложить. Вот у меня масса ушло на 3 столовых ложки клея ПВА. Шпаклевка сколько взяла в себя, столько и взяла. Вот остался маленький кусочек. Друзья, смотрите, лягушонок у меня высох. Есть очень интересные трещинки мелкие, которые просто дают фактуру. А есть такие трещины, которые очень глубокие. Ну, фактически видно все внутренности. Вот фольга видна, с лапками долго возилась. Начала уже масса подсыхать. Получились вот такие трещины глубокие. Поэтому я беру шпаклевку и клей ПВА. У меня это фактически тот же состав, что и из чего и масса сделана. Жидкий раствор делаю. В банках есть готовая шпаклевка. Такую можно взять, чтобы побольше попало в трещины. Если у вас нет трещин, этот момент пропускаете. Можно сделать погуще, можно в 2 приема пройти. Так. Мелкие красивые трещинки я не трогаю. Никогда не бойтесь трещин, всегда в любой ситуации это можно исправить, поправить, чтобы вы не боялись работать с любым материалом, потому что на самом деле можно все исправить. Друзья, ну и хочу показать, что чтобы этот лягушонок был не одинок, я хочу ему сделать еще вот одного лягушонка. Ну, он будет уже не лежать, а сидеть. Я уже сразу наклон головы сделала, зафиксировала. Сделаю, скорее всего, я его попозже потом вам покажу. К моменту выпуска ролика я не успею сделать сразу двоих. И теперь я все грунтую белой акриловой краской. И после высыхания буду лакировать. Лакируем для того, чтобы в дальнейшем было окрашивание с эффектом керамики. Краску я делаю более жидкую, чтобы она не забила рельеф.
дорогие мои друзья, забыла еще сказать вам, что из остатков массы, которую я вам показывала, кусочек оставался, я сделала вот такие клювы, которые могут пригодиться для создания птичек. Просто руками вылепила вот такие конусы, кое-где сделала вот ноздри и сделала вот разделение клюв на нижнюю и верхнюю часть. Некоторые просто конусами идут, и все это можно потом будет дорисовать. Всегда старайтесь остатки массы куда-то использовать. Я вам показывала глазки, носики. Все можно делать из остатков любой, абсолютно любой массы. Краску немножко размываю водичкой, чтобы она у меня как бы пролилась по всем складочкам. Более темный цвет остается в углублениях. Такой лягушачий, такой цвет получается более зеленый. Ушко здесь я плавный переход сделаю немножко вот так его. Что-то лишнее стерли, взяли опять красочки, добавили. Друзья, после высыхания я буду покрывать глянцевым акриловым лаком. Друзья, посмотрите, как у меня получилось. Добавила более темных оттенков зеленого. Залакировала акриловым глянцевым лаком. Здесь два слоя. Лак я еще буду добавлять, так как это работа у меня для улицы. Этот лягушонок будет украшать пруд. Сзади я не тороплюсь ничего делать, потому что еще процесс затвердевания самой массы, он будет происходить еще несколько дней. Влага еще не вся вышла. Сейчас я покажу вам, как это будет смотреться возле прудика. Единственное, сегодня не солнечная погода, может быть не так все ярко. Вот куда девается вода из бассейна. Оказывается, у нас собачки ее любят пить. Друзья, этих птичек я делала в прошлом году. Вот они прекрасно перезимовали. Они подклеены на полимерный клей прямо к самому камню. Близко показываю. Так как у нас еще сделан еще один водоем, сюда тоже можно сделать птичек, лягушек, может черепах. В общем, будем продолжать творить. Друзья, когда начинала делать лягушонка, даже не представляла, что у меня получится и получится ли вообще. Но желание его сделать у меня пересилило все мои сомнения. И вот он итог. Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Благодарю за ваши комментарии, подписки, лайки. А также за то, что вы делитесь моими видео с друзьями в соцсетях. До новых встреч!